Единая Россия окажет гуманитарную помощь беженцам с Донбасса. Определен необходимый объем помощи. Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов сообщил, что Подмосковье отправило первую машину с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донбасса уже 21 февраля. По инициативе рекотделения был также сформирован основной пункт сбора. Он расположен в Реутове.